Всех приветствую, продолжаем рассматривать картины художников и описание этих картин. «На линии огня», автор Петров Водкин. Холст, масло, 196 на 275. Находится эта картина в корпусе Бенуа. Русский музей. Полотно Кузьмы Петрова Водкина «На линии огня» создано в самый разгар войны и посвящено теме жертвенного служения высокой идее любви к родине. Представленное в дни февральской революции 1917 года на выставке «Мир искусства», картина вызвала поток откликов в печати. В своей статье Леонид Андреев писал: «Единственный центр картины – фигура умирающего прапорщика. По чистосердечной простоте выражения, по силе экстаза, по мастерству рисунка я не помню другого образа святой смерти, который можно было бы поставить в ряд с этим. Он жив, он смотрит, и в то же время вы ясно видите, что он мертв. Убит, что земля уже не служит опорой его ногам, что он весь в воздухе, без поддержки, как луч, что в следующее мгновение он рухнет, навсегда прильнет к сырой земле. Эта необыкновенная воздушность, этот полет на невидимых крыльях удивительный». Так писал в своей статье Леонид Андреев. Мальчик-офицер застыл в вечной своей остановленности, и рука его покоится на пробитой пуле сердца. В этот трагический момент он перестал быть с теми, кто за его спиной продолжает штыковую атаку. Солдаты ритмически связаны боевым порядком, общим строем, общим бегом. Их лица едины, выражение обреченного героизма. Лицо прапорщика, напротив, спокойно и безмятежно. Он уже один на один с Божьим миром. Его душа словно возносится над родной землей, над уходящей к линии горизонта равнины, пашнями, лесами и деревнями. Он герой и жертва, и он победитель над смертью. Тема праведной смерти звучит в картине как утешение, как обещание спасения. Любимое изречение Петра Водкина в письмах тех лет: «Да спасет Бог России». Во время войны художник служил в учреждениях военного ведомства в Петрограде, и театр военных действий мог наблюдать непосредственно. Петров Водкин создал эпически идеализированный образ Первой мировой войны, в котором отразились его художественно-теоретическая система. Произведение построено на основе принципа трехцветия – синего, желтого и красного цветов. Основные цвета согласно концепции художника. Обращает на себя внимание замедленность плавных движений, акцентирование жестов, оберегающих и угрожающих. Композиционный принцип сферической перспективы позволяет изображать все происходящее одновременно сверху и сбоку, передавать ощущение Земли как планеты. Таким образом, художнику удается создать произведение планетарного звучания вне времени и пространства. Второе название картины – «Первая немецкая война». На обороте надпись «На линии огня. Первая немецкая война». Картина Петрова Водкина, поднесенная в дар Русскому музею на память автора, который жил и работал и умер в городе Ленинграде. Сентябрь 1951 год от дочери автора Елены Кузьминичны и вдовы Марии Федоровны Петровой-Водкиной. Ну вот такое описание к работе «На линии огня», автор Петров Водкин. Работа находится в корпусе Бенуа Русский музей. Пока-пока, до свидания.